Спасибо. Дорогие харьковчане, все, кто сегодня пришел сюда меня встретить после полуторамесячного отсутствия, я хочу вам выразить свою личную и семейную благодарность за ваши слова поддержки, за поддержку, которую вы мне делали, и за все, что за эти полтора месяца произошло для нас, для всех. Мы все вместе, и я вам обещаю, что мы будем дальше возрождать наш Харьков и делать все возможное для того, чтобы Харьков был самый динамично развивающийся город страны. Но сегодня на самом деле в Харькове, пускай будет это маленькое событие с моим возвращением, но на самом-то деле мы встретились опять, потому что нас кто-то хотел разлучить. Поэтому спасибо всем. Вот тут стоят представители церкви, здесь стоят представители синагоги, здесь стоят представители социальных групп, молодежь. Я вам могу одно сказать. Знаете, один за всех и все за одного. Любить Харьков, работать для людей. Всем спасибо. Thank you.